Алексей Борисович, разрешите от лица коллектива архитектурной мастерской поздравить вас с юбилеем 50-летия. Я тот же самый человек, что пил вино и бил баклуши, что не считал счастливых дней и незаслуженных обид. Мой голос просто стал чуть-чуть поравнодушней и поглуше. Я просто спрятался в пиджак и приобрел товарный вид. Я тот же самый человек, который мог любить по почте, кто чувства вкладывал в конверт и ждал ответного в письме. Я лишь заполнил закрома, сняв урожай на нервной почве, разгладил желтые листы и приготовился к зиме. Я тот же самый человек, который ветра не упустит, который бури не проспит, в тумане моря голубом. Я лишь немного погрустнел, вполне естественною грустью. Я лишь немного поумнел своим естественным умом. Своим естественным умом. Часто слышу, как вода журчит, струясь по перекатам, и попираю Млечный Путь своею мысленной ногой. Я лишь слегка отяжелел и стал чуть более женатым, но я все тот же человек и не какой-нибудь другой, и не какой-нибудь другой, и не какой-нибудь другой.